которых, впрочем, в копейках нету. Так всегда говорят маньяки, тебе почти не будет больно. И жертва должна, наверное, дрожать от этих вот самых слов. Ее ужасает не слово «больно», а довесок в слове «почти». Именно в нем, в этом долбанном слове, прячут боль, терзающую детскую душу, эти недетские зубные врачи, показывая на всяких игрушечных медведей, которые у них даже не мягкие, а пластмассовые, чтобы не забрызгать их кровью и легче помыть от детских рук потных и слез соленых или в словах влюбленных, которыми они обмениваются иногда. «Я думаю о тебе почти всегда». Тоже звучит это странное слово. А почему нельзя было просто сказать, лезвие не ощущается вовсе? Или вообще об этом смолчать, не зависать на вопросе? Коли его не ощущаешь совсем, и если смолчать все же нельзя, и нужно что-то сказать, чтобы привлечь ебучее внимание животных существ с корзинами, в которые они пихают все, что внимание сможет привлечь, то все дело в этом слове «почти». Создатель гильотины, секретарь всех врачей, Антуан Луи, плотник Бидо и ведший закон Ани Жозеф Игнас Гильотин, говорили своим товарищам по революции. Дорогие друзья, нет никакой боли от этого инструмента, лишь дуновение ветра над жертвенной шеей. Это самое гуманное из всех возможных смертей в этом лучшем из возможных миров, где без смерти обойтись все же нельзя. А затем ветерок пролетел.